Итак, условия жизни на селе приблизить к городскому уровню. Такую задачу сегодня ставят перед собой власти региона. За 7 лет, начиная с 2014 года, на развитие сельских территорий они планируют потратить более 2,5 миллиардов рублей. Таков бюджет специальной целевой региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». О ее разработке говорили сегодня на заседании Президиума правительства Забайкальского края. Новую программу по праву можно считать продолжением действующей программы «Социальное развитие села», срок реализации которой заканчивается в следующем году. Главная задача и то, и другой – создание комфортных условий для проживания сельских жителей. Строительство спортивных объектов, обеспечение ФАПами, качественными дорогами и, самое главное, обеспечение комфортным и доступным жильем сельских жителей. К примеру, за счет нынешней программы свои жилищные условия улучшили более 1500 сельских семей. Эффективность есть, и у нас очень много улучшили свои жилищные условия люди, и введено, и приобретено более 95 тысяч квадратных метров жилья за это время. Поэтому и очередь у нас на сегодняшний день очень большая, более 1000 человек, вот именно на улучшение жилищных условий. То есть люди этой программой пользуются, она востребована. Необходимость новой программы в том, что она позволит региону привлечь дополнительные финансовые средства из федерального бюджета. На заседании президиума правительства глава региона подчеркнул, что многое в развитии сельских территорий зависит от активности глав поселений. И порекомендовал авторам программы внимательнее поработать над содержательной частью и включить туда бонусы для самых инициативных представителей местной власти.